Самый широкий выбор во всей округе. Иногда гранатомет – самое верное средство. Пожалуйста. Впечатляющее оружие. Не знаю, как тебе. Постой. Тут спокойно, не надо постоянно бегать туда-сюда и таскать тяжести. Я тебя вижу! Я тебя закопаю!
Мне на подходе. Не выдержит. Цель вне укрытия. Прибить эту. Цели.
трудовой лагерь изгоев. Он прекрасный специалист. Если Соколова хочет, чтобы он лечил людей, то, возможно, я в ней ошибался. Открыть доступ на склад. Как самочувствие, Олли? Хорошо. Странно, но хорошо. Со временем ты тут повыкнешься, найдешь дело по душе. Работа у меня уже есть, и я не одна. Со мной Фред. Это хорошо. Он твой парень? О, нет. Нет. Фред. Мы просто друзья. Да он и не готов к отношениям. Он еще долго будет отходить после всего того, что ему бывшая устроила. Я рад, что у тебя по-прежнему есть силы шутить. Лучше уж смеяться, чем плакать. Слезами делу не поможешь. Ты ведь через многое прошла. Кому расскажешь, не поверит. Правде никто не верит. Знаешь, иногда люди могут удивлять, если их не отталкивать. Сложно это, док, открываться людям. Слишком часто в них разочаровываешься. Знаешь, иногда люди превращают свою силу и чувство юмора в щит. Или оружие. Именно. Здесь безопасно. И поэтому тебе уже не нужно защищаться. Броню можно снять. Черт. А ты профи, док? Почему ты пошла в истинные сыны? Черт. Видимо, сегодня глубоко пойдем. Тогда мне казалось, что это правильно. Даже после той истории на острове Рузвельта? Ни черта я про это не знала. Я же работала, чинила проводку. Пока пашешь, не успеваешь следить за всяким дерьмом. Риджвей специально ни о чем не рассказывал? Я думаю, все так делают. Невозможно вникать во все, поэтому тебе рассказывают только о том, что необходимо по работе. Элементарная субординация. Подчиняйся приказам и надейся, что они разумны. В итоге ты перестала подчиняться приказам. Что изменилось? Главное. Риджвей старался снизить потери. Ну да, про приемлемые потери мы все знаем. Про сопутствующий ущерб тоже, но Андерсон играл с огнем. Потери его не волновали. Он даже не пытался их сокращать. С Риджвеем мы пытались спасти как можно больше людей. Андерсон, ему просто нужна власть. Как еще объяснить его союз с Соколовой? Спасибо за помощь. Тебе никогда не казалось, что шум ветра в ветках похож на оркестр, который готовится к концерту?
Цель поблизости, шериф. Союзная контрольная точка. Будто мне больше заняться нечем. Сыны! Всех порву! Thank you.
на цель, шериф. Чистка улиц по одному уроду за раз. Молоток, шериф. Как себя чувствуешь, Фред? Честно? Да. Странно. Никак не пойму, какого черта я здесь делаю. В каком смысле? Это как-то несправедливо, то, что я жив, что Мэнни послал за мной агентов и что почти все мои люди погибли. Вина выжившего вполне закономерна в такой ситуации. Я знаю, но дело даже не в этом. Я просто не понимаю, почему мне так повезло, почему Мэнни меня вытащил. Вы, братья по оружию, через многое прошли вместе. Да, но я же работал на Риджвея. Что, если я шпион Соколовой? А ты шпион? Ха, еще чего. Как ты думаешь, почему Мэн не рисковал людьми ради тебя? У меня есть нужная ему информация. Потому он и отправил меня к тебе. Ты воспринимаешь это как допрос? Вообще-то, нет. Зачем Мэн не отправил тебя ко мне? Поговорить. Убедиться, что я в норме. И зачем ему это? Он боится, что я не в норме. Почему он тебя спас? Потому что ему не все равно. Почему он привел тебя к нам? Потому что он мне доверяет. Что ты сейчас чувствуешь? Что обязан ему жизнью. И как ты собираешься возвращать этот долг? Понятия не имею. Ты же понимаешь, что этот долг неоплатный. Ну да, разве что наступит полная жопа. Ха-ха. Спасибо, док. Не наделай глупостей.
рядом находятся союзные бойцы. Все мы потеряли близких. Цель рядом с тобой. Но только изгои знают, каково это, когда вас все бросили. Правосудие свершится. Вы заплатите за все. Thank you.
цель здесь. Еще один ублюдок, твой послужной список. Отлично.
прикрою! Противник. Биллингса перевели в пункт вещания истинных сынов. Соколова хочет, чтобы он выступил на радио? На кой черт? Открыть доступ на склад. Как самочувствие, Алани? Келсо. Как самочувствие, агент Келсо? Do we really have to do this? Никакой обязаловки. Don't therapize me. Если сеансы для тебя бесполезны, прекратим их. I just don't know what I'm doing here. На сеансах или в Вашингтоне? DC. Скучаешь по Нью-Йорку? I miss my family in New York. Интересно. Ugh, don't do that shit. Тебе кажется, что здесь уже не семья? I don't know these people. Кажется, что Мэнни тебя заменил. I feel like he doesn't need me. This isn't my home anymore. Как было в Нью-Йорке? Like, they want me there?
They don't just need me. They actually want me to be there. Тебе кажется, что тебе здесь не рады? I think the longer I stay and the more things change, the less anyone would care if I left. Not like there's much love for the division around here. Frankly, it feels like you think I'm a traitor. And I swear to God, if I hear one more person talk shit about Faye... You know, I used to be CIA. Making a murder look like an accident is like spycraft 101. Цель рядом с тобой. Что меня сюда сослали? Отпускай!
спавнил. Я тебя закапываю! Лучше не лезь под пули! Сиди! Обнаружена цель, шериф. Биллингса в штаб-квартире ЦКЗ. Иди туда. Цель готова. Класс. Еще один ублюдок в твой послужной список. Отлично. Как идут сеансы? Хорошо. Как жизнь? Неплохо. Есть за кого волноваться? Не буду пересказывать тебе беседы с пациентами. Само собой, я же не об этом. Знаешь, ты ведь не обязан заботиться о каждом. Ты не обязан все контролировать. Конечно. Наслаждаться жизнью – это нормально. Наслаждаться жизнью я умею. Знаю. Как у тебя дела с Мари? Хорошо. Она мне нравится. Она умная. Учит меня не зацикливаться. Забавно. Она кажется мне очень рассудительной. Да, она такая. Но она целиком отдается любому делу. И поэтому, когда мы вместе, мы очень... Ну, а мне обязательно об этом рассказывать? Нет, не обязательно, но тебе следует поговорить с Мари. О ребенке? Да. Я его хочу, она тоже, но мы не уверены, разумно ли это в таких условиях. Не более, чем в любых других. Это получается рожать в зоне боевых действий. Дети рождаются и в военное время. Я не знаю, как совместить работу и отцовство. То есть... Работа требует от меня отстраненности и сложных решений, но я не хочу, чтобы мой ребенок считал меня бессердечным козлом. Ха, отцы бывают самые разные. Это да, но если у меня будет ребенок, я хочу быть с ним.
Знаешь, а ведь тебе есть чему поучиться у Фреда с Олли. У них нет детей. Да, но они умеют признавать, что некоторые проблемы не имеют решения. Это тоже способ борьбы со стрессом. Если ты способен посмеяться над ситуацией, ты уже на ней не зациклишься. Доктор Биллингс всем нам очень помог и сплотил нас. Не нравится мне, что Соколова привезла его сюда.
Зря спецотряд. Прижат.
никто не придет. Попался, агент! Перехвачены переговоры. Мне очень жаль, что тебе так досталось. Но твоя боль не должна принимать решение за тебя. Если можешь, сделай глубокий вдох и пересобери себя. Как будто свою винтовку. Спасибо, док. Я не понимаю, чего она добивается.
Думал, что... Док Биллингс у нас. Увидимся в замке, агент. Если захочешь поговорить, заходи. Я посмотрю тут. Контрольная точка противника.
спасибо. Благодаря тебе мы теперь снова все вместе. Да, у каждого из нас есть недостатки. И порой мы раздражаем друг друга. Но каждый из нас не заменит эту роль, чтобы не будем сообща. И ты тоже агент. Врачи не выбирают пациентов, а просто помогают тем, кому нужна помощь. Не хочешь что-нибудь добавить? Я не могу разглашать врачебную тайну. А что-нибудь общее? Что они говорят про Соколову? Что-нибудь про контроль, манипуляции, насилие? Нет, Мэнни, все ровно наоборот. Ее солдаты не уходят отсюда только из-за нее. Они чувствуют уважение к себе, к ним прислушиваются, о них заботятся. Погибшим она тоже воздает должное. Солдаты ее обожают. Обнаружена вражеская контрольная точка. Передаю привет Чарльзу. Ты не научил нас стрелять. Мы будем Рядом контрольная точка противника. Итак, агент, мы нашли Мари в зоопарке. Врагов там полно. Следи за их техникой. Не хотелось бы, чтобы они нам устроили второй Кони-Айленд.
Источник тока. Перехвачены переговоры. Здесь спецотряд. Нужно перевести объект. Я рядом с океанариумом. Беру Мари. НАТО сказала, что ей нельзя волноваться. Разберись с агентами и начинай эвакуацию. Я приведу Мари к месту встречи. Принято.
Незащищенные противники обнаружены. Здесь электронный замок. Боевой пес уязвим. Лучше инфраструктура. Если здесь устраивать рыбную ферму, придется учитывать погодные условия и наличие хищников. У вас там точно нет крокодилов? Место, по-моему, небезопасное. Уверяю, в загонах нет никаких крокодилов, аллигаторов и прочих крупных хищников.
Мари была директором Вашингтонского океанариума, а потом превратила его в рыбную ферму. Я думаю, что Бивни тоже любит рыбное меню. Обезопасить себя от голода – это важно. Агент, вижу Мари рядом с саванной. Они убегают от нас, но мы же пытаемся им помочь. Ты никого не получишь!
серьезное ранение. Спасибо за ужин. Я говорила, за мной должок. Я очень давно не ел такой вкуснятины. Рада, что тебе понравилось. Спасибо за приятную беседу. Когда ты пригласила меня на рыбные тако, я все думал, может, это какой-то кот. Кот? Ну, знаешь, в смысле... Ладно, проехали. Можно задать деликатный вопрос? Можно. Что у тебя с Келсо? Ты о чем? Ну, вы вместе? Нет, боже, нет. Она красивая, но не в моем вкусе. Слишком молодая и суматошная. Будем знать. Выпить хочешь? У меня есть вино из театра. Обменяла 3 рыбы на бутылку, цитирую, старого доброго. Доступ запрещен. Обнаружен сигнал. Обнаружены автоматизированные турели. Взламываю терминал. Продолжаю отключение. Не отходите. Замечен дрон-боевик ренегатов. Замечен дрон-боевик противника. Устройство отключено.
Группа готова к эвакуации. Ясно. Следуем к месту встречи. Вызываю транспорт. Иди к поезду. Как у нас в замке. Некоторые из растений наверняка съедобные. Можно укоренить побеги и выращивать на аквариумах. А что там насчет хищников? Если купол закрыт, птицы не смогут красть рыбу. А растения наверху — это дополнительная защита. В дождь приятнее работать под крышей. Кроме того, купол ближе к клинике. Если честно, для рыбной фермы все это не нужно. Ты предлагаешь поискать под эту задачу другое место? Я предлагаю оставить инфраструктуру зоопарка для зоопарка. Если мы хотим, чтобы люди вернулись, нам нужен надежный источник продовольствия. А когда люди вернутся, что они будут делать? Им захочется приключений и развлечений. Например, сходить в зоопарк. Или в океанариум. Да. Но превращать океанариум в рыбную ферму – это другое. Ведь ферма у нас уже была. Делать из ямы с крокодилами бассейн с форелью – это совсем не то. Эти вольеры не предназначены для разведения рыб. Они строились для содержания в них животных. Тут слишком много опасностей для людей, особенно ночью. И особенно, если хищники в зоопарке все-таки остались. Если вы так хотите рыбную ферму, устройте ее на складе или в грузовом контейнере.
Буковом лесу есть движение. Рядом с пандами. Думаю, готовятся к очередной эвакуации. Источник тока. Отчаяние люди на все способны. Лучше бы эти люди ели бамбук. Программа разведения оказалась не такой уж успешной. Миллионы долларов на технику. И все зря. Не зря. Если бы не эти панды, тут бы не было перинатальной клиники. Кстати, спасибо за УЗИ. Да не за что. В первый раз увидеть малыша – это особенное чувство. Если честно, мне бы больше хотелось увидеть малыша панды в бамбуковом лесу. Но все равно спасибо. На подходе. Перекройте дорогу. Спасибо. Буду около святилища. Внимание!
Отсюда сваливать, на всякий случай. Что-то не так? Да нет, ничего, но лучше перевести тебя в более надежное место. Сюда слишком легко проникнуть. Нужна эвакуация. Вышлите вертолет. Встретимся в холле. Спасибо, Синди. Всегда пожалуйста, босс. Прошу ее извинить. Она мне нравится, смешная и кое-что знает. Так что за особый случай? Или ты просто хочешь с кем-то переспать? Я не знаю, что на это сказать. А переспать со мной считается особым случаем? Ладно. Значит, может, пойдем в кабинет? Я как бы там живу, у него дверь запирается. Сначала тебе нужно принять душ. Ты, конечно, милый, но от тебя воняет. Да, точно, да. Прости, я совсем заработался и все забываю. Про личную гигиену тоже забыл. Меньше слов, больше душа. Мне нужно успеть вернуться в океанариум, пока никто ничего не заподозрил. Thank you.
Необходим пропуск. Новое место встречи, арена. Где-то. У нас мало времени. Иди к арене.
меня слышишь? Привет, Мари. Вообще-то это Уолли. Уолли? А куда делся Мэнни? Мы решили в этот раз я за него. Пожалуй, это разумно. Торрес уже в пути. Скажу Мэнни, что ты цела. Нет, пока не надо. Дождись нас. Вдруг с нами что-то случится. Не хочу зря его обнадеживать. Системы. Система работает.
Требуется медицинская помощь.
Агент, сигналь вертолету. Торрес уже летит. Что, меня не хватало? Спасибо, агент. Ты как? Досталась? Я в порядке, в полном. А малыш? Да неплохо. Мне даже дали витаминов. И УЗИ. Да, все в норме. Опасность еще есть, но врачи сказали, она здорова. Она? Девочка. О тебе заботились? Никакой угрозы? Нет. Угроза была постоянно. Та стерва хорошо со мной обращалась только потому, что я нужна была ей живой. Чего хотела? Чтобы ты сдал ей Белый дом и провозгласил ее организацию законной армией. Чтобы ты сдался и уступил ей власть. Чего ты вообще ждал от такой дамочки? Может, уступить ее требованиям? Еще чего? Да. Да, Воля права. Уступишь таким людям, жди беды. Одни мы не справимся. Так и не надо. Где Вик? Он у Соколовой. Тогда ты должен вернуть его. Он знает организацию, помогал ее строить. Если ты хочешь с ней покончить и защитить свою семью... Нужен Вик. Где Келсо? В Нью-Йорке. Надо поспать. Завтра день тяжелый. Спасибо. НАТО, хотел сообщить тебе. Объект на месте и ждет приказов. Отлично. Вход в безопасную зону. День, когда никто сюда не сунулся, хороший день. Обнаружена вражеская контрольная точка.
Когда эта штука снова работает, нам станет полегче. Спасибо тебе, агент. Если честно, я беспокоилась за Мэнни. Он тяжело переживает утрату. После смерти дяди он с головой ушел в работу, а если бы теперь он лишился меня и ребенка, то даже не знаю, оправился ли бы он от этого удара. Спасибо тебе за спасение нашей растущей семьи. Опять начнем реветь в три ручья. Мэнни, скажи своей девушке спасибо. Эй, потише ты. А что? Это секрет. Черт, Мари, ты пробовала севиче? Конечно. Я тебя угощаю. Потом. Очень зря. Ты беременна, что ли? Так, тебе больше не наливаем. Мэнни, займешься им? Конечно. А что я такого сказал? Мы никому об этом не говорим. Черт! Ты станешь папой! Слушай, друг, она мне очень нравится, так что, пожалуйста, заткнись нахер. Еще бы не нравилось, раз ты ее обрюхатил. Так, кому-то пора спать. Этого парня я беру на себя, так что идите. Есть разговор. Ой, я что-то не то сделал. Нет, тебе ничего не грозит. Ну, я надеюсь. Так, ты меня пугаешь. Мы взрослые люди. Умные. С высшим образованием. Это что, собеседование такое? Нет, я просто хочу сказать, мы же не идиоты и в курсе, как работает репродуктивная система. Так, ты меня запутала. Мы забавляемся уже пару месяцев. Уже столько времени прошло? Да. Последние 8 недель мы забавлялись без перерыва. Самые долгие отношения в моей жизни. Давай без шуток. А я не шучу. Мари, я тебя обожаю. И я тебя. Настолько, что мы эти 2 месяца постоянно занимались сексом, не предохраняясь. Я думал, ты на таблетках. Откуда тут противозачаточные? Ты беременна? Пока да. Что значит «пока»? Это значит, что беременности у меня бывали, но мой организм избавлялся от плода. Так что шансы выносить ребенка почти без доступа к современной медицине, при сомнительном рационе и высоком стрессе у меня невелики. Ты хочешь от меня ребенка? Мы знакомы всего пару месяцев, но, если честно, лучшего отца своему ребенку я бы и представить не могла. Чем я могу помочь? Ну, можно послать твоих агентов на поиски витаминок и акушерки, еще построить сарай, чтобы мне было где рожать. Не знаю. Да и есть ли смысл? Может, мы завтра умрем, а может, доживем до 100 лет. Что ж, будем планировать жить до 100 и радоваться, если доживем до завтра. Ты точно в порядке? Да. Перестань с меня пылинки сдувать. Я не сдуваю. Нет, сдуваешь. Нам стоит поспать. Тебе нужно работать. Не могу. Может, сделаем перерыв и порадуемся твоему возвращению? Ладно, сделаем перерыв.
но завтра продолжим работу. А чего она вообще от тебя хотела? Того же, что и ты. Завести ребенка? Нет, обалдел, что ли? Она хотела, чтобы я обустроила в зоопарке рыбную ферму. Она решила, что если у меня с океанариума кормилась вся община, то им тоже не помешает нечто подобное. Вообще-то идея неплохая. Да, не самая плохая. Но нахрена им в зоопарке рыбная ферма? Я-то думала, они просто рейдеры-захватчики, обвешанные техникой и наплевавшие на мораль. Она богатая наследница. Ей наверняка надоели СВП и вонючие солдаты. Ей нужно что-то более стабильное. Она вербует людей, пытается переманить к себе наших. Если в ее руках будут продовольственные ресурсы, она сможет предложить людям защиту и стабильность, а затем встать во главе всей страны. А может, рыбная ферма нужна была вовсе не ей? Не знаю. Я иду спать. Рядом контрольная точка противника. Спасибо, что заходишь.